спокойная птица летает, защищает своего птенца. Там наверняка, значит, обычно, когда они вот так вот в такой переполох, то значит где-то ястреб близко, либо кот. А может быть просто... я думаю, у них, наверное, какие-то внутрисемейные разборки, мне показалось. Там двое взрослых. Это, наверное, муж и жена ссорятся. Ну, тогда тем более. Все нормально. Вот у нас озеро. В общем... Я уже говорил, чтобы когда мы сюда приехали в 2001 году, первый раз летом, в июле, то бишь 22 года назад, с велосипедами приехали. Я тут вот все изучил. Вот здесь вот, видите, труба, да? Так вот, я эту трубу всегда вот тут вот объезжал, вот там она, видите, в землю зарыта. То есть я вот здесь вот сворачиваю, так джик, объехал и на пляж. Вот. Тогда у меня не было ни намека на секс, хотя безумно хотелось. Но теперь-то я понимаю, что ровно как у меня приставки, денди не было в моем детстве, хотя безумно хотелось. И это сберегло мое детство. Вот. А то, что у меня не было секса там, скажем, мягко до 20-летнего возраста, это сберегло мою юность, возможно. Потому что, в общем, насколько я читал, насколько по моим представлениям, насколько я слышал, в частности, от подруги моей мамы, что это секс очень усугубляет отношения. В пятницу, в субботу, ох, тут хождения были. Очень усугубляет. То есть вот эти все лютые привязанности, все эти лютые неприятности, когда это просто какие-то такие... отношения, как в детстве, да, допустим, мальчик, девочка там дружит, да, без этого всего, то все легче проходит. А вот интим, он именно энергетическую привязку делает и все такое, там вообще дело серьезное. Может попахивать и смертоубийством. Поэтому, в общем, все благодаря моей семье. По сути дела, моя семья сберегла меня вот ранних компьютерных игр и от раннего секса. Чем я, в общем-то, по большому счету, остаюсь доволен.